Уважаемые слушатели, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в Большом зале консерватории обеспечена подача чистого воздуха, обеззараженного от вирусов и бактерий, через камеры увлажнения кондиционеров и приточных установок. Будьте здоровы! Дамы и господа, просим вас не снимать маски до окончания концерта и выхода из здания консерватории. Благодарим вас! Добрый вечер. Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, Ассоциация народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, Фонд развития творческих инициатив представляют просветительскую программу «Хормейстеры 21 века». Автор проекта – профессор Александр Соловьев. Начинаем первое отделение. На сцене детский хор «Аврора» детской школы искусств имени Владимира Крайнева. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат международных конкурсов Анастасия Беляева. Хормейстер Влада Дургарян. Партию фортепиано исполняет Лилия Шувалова. Музыка и стихи Руслана Мурсикаева. «Так за днем приходит вечер» из оперы «Макс и волчок». Первое исполнение. Солисты, лауреаты международных конкурсов Станислав Ярошевский, флейта, Анна Савкина, скрипка. Дирижер Анастасия Беляева.
Ефрем Подгайц, «Младенцу», стихи Пушкина. Музыка и стихи Сусанны Линдмарк. Song of Hope. Песня надежды. Партия ударных Георгий Кудрявцев. Хореограф Елизавета Муравьева.
Русская народная песня «Веснянка». Переложение Чернецова, редакция Беляевой. Александр Манацков, «Либера Мэ» из «Реквием» или «Детские игры». Thank you.
Полина Назайкинская. «Сказка сказок». Стихи о Лениной. Thank you.
Негритянский спиричуал «Music Down in My Soul» – «Музыка в моей душе». Аранжировка Хогана. Партия ударных – Георгий Кудрявцев.
На сцене мужская военная капелла. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат международных конкурсов Максим Попов. Алексей Мачевариани, Далури, слова Нанишвили. Дирижер Максим Попов. Леонид Воробьев – это Русь. Слова Сысоевой. Где над рожью спевай, мой.
Русская народная песня «Ох уж ты, Борушка, бараня» в обработке Гончарова, переложение Майского. Партия бубна Николай Казанцев, солист Александр Булгаков. Василий Соловьев Седой, «Подмосковные вечера», слова Мутусовского. Солист, лауреат международных конкурсов Денис Типаев. Слышны в саду даже шорохи, в сосе замерла до утра, и
Игорь Матвиенко, «Конь», слова Шаганова. Обработка для хора Майского. Солисты, лауреаты международных конкурсов Глеб Полторан, Александр Булгаков. Завершение первого отделения Консуэла Веласкес «Бесама Мучо». Обработка Астафурова. Солист Денис Типаев. Si fueres la noche la última vez.
Уважаемые слушатели, антракт 15 минут.
Начинаем второе отделение. На сцене хор студентов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат международных конкурсов Владимир Красов. Сергей Плешак, «Богородица Дева» из цикла «Четыре духовных хора». Дирижер Владимир Красов. Русская народная песня в обработке Коловского. «Венчик ты мой».
Александра Пахмутова «Ой, Купала» из цикла на стихи Есенина «Земля моя золотая». Партия ударных Наталья Горшкова. Сергей Слонимский, песнь «Веринея» с хором из оперы «Веринея». Солистка, лауреат международных конкурсов Людмила Михайлова, сопрано.
Сергей Слонимский, Видя разбойник. Солист, лауреат международных конкурсов Владимир Красов, баритон. Yes,
На сцене камерный хор Московской консерватории. Основатель хора – профессор Борис Григорьевич Тевлин. Хормейстеры – Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Алексей Вязников. Родион Щедрин, «Бурлеска» из Роберта Бёрнса. Мировая премьера новой хоровой миниатюры на строки стихотворения поэта-футуриста Николая Асеева «В конце концов». Посвящается Отару Леонтьевичу Моргания. Дирижер, художественный руководитель хора, профессор Александр Соловьев.
Талибхон Шахиди из цикла «Ретро-картинки. Танец весны. Скажи, красавица». Посвящение Зиядулло Шахиди. Нина Нижарадзе, «Эхо», слова Хохловой. Первое исполнение. Скульптура головы нимфы «Эхо» испанского художника и скульптора Жаума Пленса вдохновила авторов на создание этой партитуры. Нимфа, чей голос был отобран в наказание, была лишь отзвуком чужих голосов. Скульптор говорит о современном человеке, которого наполняют отзвуки мнений, новостей, обычаев и стереотипов. Мы, как сосуд, переполняемся и теряем свой собственный голос. Посвящается Тамаре Нижарадзе.
Юрий Патиенко, «Девушка пела в церковном хоре», стихи Блока. Светлой памяти Александра Васильевича Свешникова. Солистка, лауреат международных конкурсов Мария Челмакина. Thank you.
Евгения Долгова, «Кельтский напев». Бранко Штарк, Хорватия. Истринский танец. Thank you.
В завершении концертной программы проекта «Хормейстеры 21 века» Кен Стивен, Индонезия, «Экзультате Део», дирижер Александр Соловьев.